Всем, ребят, привет! С вами Седой Копатель и на канале Седова. В общем, мы сегодня приехали в старую деревушку, которая бита-перебита. Сегодня начинаем с Женей. Жень, привет! Вон он. В общем, наша задача была поехать в соседнюю деревню, но почему-то меня вот все время здесь вот сюда вот тянет. Здесь как бы сенокос был в прошлый раз и, ну, сюда не заехал. Но меня все равно почему-то в этот уголок деревни тянет. Здесь, конечно, фунды все взорваны, тыканы. Я Жене сказал, попробуй здесь, я там, где находки будут, туда все накинемся. Ну, Женька не даст мне соврать, я говорю, вон, видите, на крыше стоит баночка пива. Жень, говорю, монетку найду, баночку пива распакую. Вот так вот, ребят, надо. Вот, иначе можете либо бросить совсем пить, либо можете совсем спиться. Вот. В общем, ждем еще комрада. С Самары должен подъехать. Вот, не знаю, чуть позже. Так что мы с ночевкой. Я думаю, экспедиция будет удачной. Вот, монета обязательно будет. Кто с Седым копает, обязательно монета находит. Так что приятного просмотра и плюшечки готовьте, потому что видео будет длинным. Будет длинным, Жень? Все, думаю, все да. Зависит от тебя, будут у тебя монеты или нет. В прошлый раз со мной копал, нашел что-нибудь? Одну монетку нашел, но в основном он отдыхал, ребята. Все видео не показываю, так что как-то так отдыхаем. Погода, прелесть. Бабе лет пришло, ребят. Утром холодно вообще. Уже первый иней был на траве. Вот. Ну а сейчас вот погода прям разгулялась, придется сейчас раздеваться. Все, погнали. Вот он, это, ребят, фундамент. Ковыренный со всех сторон. Щупом я протыкал, вроде как глубокий. Конечно, вот видите, ковыренный, видно, что ковыренный. Многие бы прошли бы его мимо. Здесь тоже целую траншею зарылись, но не глубокую. Потом траншея вот здесь вот, вот здесь вот. И я начал вот здесь вот. Видите, небольшая ямка. Я уже прям расстроился, то что такой объем работы сделал и ничего нет. Но фундамент глубокий, возможно, дальше и будет. Вон и стоен глубокой ямки, я как раз монету и выкопал. А, все. Ну, я, как бы, кто начинает смотреть, да и еще повторюсь, перед тем, как начинать шурфить, нужно определить пределы фундамента. У меня вот пределы. И видите, там, за пределами, я все прозвонил и туда уже начал засыпку сваливать, дабы, чтобы потом не копать... которые под засыпкой сигналы. В общем, вот такую кучу перекидал. Ничего нет. Обломок ложки, трубка медная. Потом что... еще от лампадки была красивая хреновина. Ну, нам интересно только интересные находки, да? И вот одна из интересных, это ранняя копеечка. Год, к сожалению, пока сказать не могу. Ну, не столь важно. До 30... первого года, наверное, точно. Вот, но это радует то, что старые, ранние советы, пожалуй, вот сюда вот буду ложить на камушек свои находки. А вот, кстати, про лампадку. Вот, ребята, от лампадочки. Все, давайте попробуем, что здесь оставили комрады, и будем копать. Кстати, раз я вам заикнулся, что буду рассказывать об шурфе. Когда заходите на фунды, очень часто сейчас фундаментов много взорвано. Если заходите на фундамент и наружу находится за пределами кирпич, камень, всякое стекло, сопутка, он уже копанный. Это раз. Во-вторых, когда находится долго фундамент нетронутый, ну, копанный нетронутый фундамент, засыпка, когда вы начинаете стенку подрезать, он обваливается. Обваливается. Здесь, видите, у меня не тронуто. Вот. Но это вы с опытом, наверное, придет вам. А что еще вам хочу сказать по нетронутым или копанным фундаментам? Нетронутые не особо сильно конопля вылазит. Если фундамент взорванный,
свежие кусты конопли, он там, я стопудово знаю, копанный. Вот. Хотя я ее не видел, но уже по свежим кустам конопли, которые там, а конопля любит очень рыхлую землю, вот, после перекопки как раз и получается вот такая вот рыхлая земля, и конопля от души там растет. Вот, ну ладно, в процессе видео я вам все буду рассказывать, показывать, если что. Итак, ребят, прошли уже сутки. Вчера я вам ничего не снимал, потому что камера у меня сдохла, машины заряжалась она, и мы копали в другом месте. Я вам чуть позже покажу, там у меня 13 монет получилось. Камера далеко была и не брал. Сегодня день второй экспедиции. И так, по монете я немножко звякнул. Имеется гурсия небольшая. И это ранняя трешка. Ну, я считаю, для шурфа это неплохой сохран. Год. Сейчас посмотрим. 31-й, да? Да, 31-й, судя по гербу. Сопутка. Сопутки очень много. Стекла много. Кстати, вон там вон стекляшки. 4 бутылки. Вот. И вчера вот копейка у меня была вон там. Ночь прошла. Копал я в другом месте, где-то в той области. Вот. И как бы под конец, под занавес решили до вечера покопать рядышком около машин. Как и вчера одну думали. В общем, первая монета на этом фунте, и это радует. Служили здесь, я вам вчера показывал. Здесь, вон там он. Он большой дом. Большой. Туда. Вторая часть была. Вот так вот. Большой. Если будут находки, классно будет. Ребят, копаем. Копаем. Мусора жесть. Особенно вот такие вот вещи тут попадаются в большом обилии. Прям кости, кости, кости. Серега говорит, что это свинья. Ну, не знаю. Керамики полно. Советской. Бутылок советских много. Кстати, вон одна бутылка еще торчит. И выпал сигнал. О, ранний. Ранний совет. 2 копейки. Хорошо. Хорошо. 26-й год. Сейчас бутылку будем вытаскивать. Если интересна бутылка с надписями, то покажу. Вот. Железа здесь предостаточно. Железо еще накопаем. Такая красивая елка. Ребята, красивая елка. Новогодняя. Ну-ка. Запах, запах детства, молодости вернее. Все, погнали дальше. Ребят, почти верховой. Подрезая вот этот вот глинистый слой. Это, скорее всего, здесь печь была, кирпичи. И вот, знаете, монетка выпала. 2 копейки. С небольшой зеленкой. Да ладно. Совсем советский. 50-й год. 50-й. Ладно. Жарко сегодня вообще. Утром, днем жарко, а ночью холодно. Мы вчера замерзли. Вообще жесть. Да, Серый? У нас Женька палатку ставил, из палатки убежал. В машине весь всю ночь трахтела. Вот, ну я без печки. Как бы у меня спальник хороший, зимний. А без печки нормально. Ладно, копаем. Итак, ребят. Сейчас только что с Серым общались. Я говорю, Серый, что-то не очень густо. Надо туда смещаться поближе. К началу. И только стенку бросил. Обрезал. Там я еще не прозванивал. Выпала монета. Прям сразу. 20 копеек. 46-го года. Ну, банально. Банально. Пойдет.
пойдет. Сейчас попробую позвонить в прямом эфире, а то есть жалобы на меня. Говорят, выкопал, из дома набрал монет. Контент сделал, собрался и домой поехал. Какой кайф, ребята, накатывать 150 километров. Чтобы заложить, можно было возле дома все это дело заложить и вам показать. Так, пробка. Найти не могу. Значит, какой-то фигня. Не нашел. Вот из-за этого я не люблю снимать онлайн, ребят. Сигнал может быть, а может и нет. И стоишь, мусолишь несколько минут, в итоге ни хрена ничего не найдешь. Либо какую-нибудь хрень. Ладно. Кингук у меня вон там за мной все подчищает. Итак, ребята, срубил я нашу елочку под самый корешок. Конечно, долго пришлось меня рубить, но я не к этому. Это до этого сигнал у меня выкинул наверх, прозвонил. И кругляшок. Кругляшок. О-о-о-о-о. Ребята, это у меня сегодня первый царь. Сохран хорош, хорош, хорош. 1916 год. Вообще бодрое. Так, ну здесь надо немножко освежить. И да, хорошее. Видите? Царик есть. Пойдет. Кингух у меня уже устал. Уже не бегает. Что я выбрасываю постоянно. Что-нибудь возьмешь, выбросишь. Он ее найдет. Он туда даже выкинешь что-нибудь. Он оттуда ее возьмет, притащит. Где-нибудь рядом бросить, и я потом его снова нахожу. У меня был такой случай, где я один сигнал, одну и ту же находку три раза откапывал. Мата, конечно, было предостаточно. Так, монетки пополняются. Вот такую хреновину еще нашел. Чистая, знаете, чистая медь. Прям такой окисел зеленый, не знаю, что такое. Какой-то механизм был. Металла все больше и больше становится. Так что погнали дальше. Ребят, решил сделать перекур. Устал уже. Вот такие вот блоки камни приходится выковыривать. Причем они не заложены, а как-то они свалились. Вот. Был сигнал, пушку я видел. Вот. Но она была такая, знаете, в грязи. И я не хочу показывать лысые пуговки. Вот лишь тогда, когда появился орел, я говорю, вот, вот это надо заснять. Это пуговка-орлянка. Вы видите, орел бодрый. Причем бодрый, и с другой стороны имеется ухо и имеется надпись. Вот такая пуговка-орляночка. Зачет. Пойдет, пойдет.
Царизм есть. Есть царизм. Погнали. Ребят, хороший четкий сигнал. Прям звонкий-звонкий. Я думал медь, но маленькое. Что-то маленькое. О, серебро. 10 копеек. Зрение у меня никакое. Что там за год-то, блин? 21-й. Ай-яй-яй, 21-й год. Это одна из самых дорогих монет этого периода РСФСРовского. Номиналом 10 копеек. Пятнашка и 10 копеек 21-го года вообще ценятся. Остальные 22-й, 23-й, они как бы ни о чем. А вот эта вот дорогая, если память не ошибаюсь, она стоит 3000. Да, сохран вообще класс. А сейчас зачет. Уже стеночки подрезаю. Как бы немножко облагораживаю, засыпаю за собой. Уже смеркает. Серый у нас ушел там куда-то в поисках что-то. А вон, в поисках фундамента. Вот. И вот такой вот, ребята, еще здесь, видите, такой слепок остался. Это у нас пряслица, ребята. Это одевалось на челнок. И для частоты вращения челнока, то есть этот как бы грузик, увеличивали скорость наматывания пряжи, даже не пряжи, а ниток на челнок. Вещь интересная. Заберем. Вот это приятнее. Вот эта вещь приятнее. 21-й год, ребята. Ай-яй-яй. Зачет. Надо фотку красивую сделать. Ребят, красивый заход солнца. Сейчас Серега там костер разжигает. Я как бы уже начинаю срезать. Просто двигаю вот эти вот блоки. Тяжелые. Где-то вот на этом уровне подрезку делал и выпал вот, ребят, серебрушка. Так, а не, я думал лопатой ее задер. Смотрите, какая патина черная. 1923 год. Вообще черная патина. Это не я так намазюкал, ребята, это патина такая. Вот, протираешь рукой и рельеф белеет. Такой вот. 15 копеек, 1923 год. Здесь пока вот так вот. Зачет. Две серебрухи. Ладно, сейчас еще минут 10, наверное. 15. А чайник греется. Фу, погнали. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать. Солнышко ложится. Нам еще ехать где-то полтора часа. Больше 150 километров. Сейчас немножко перекусим и в путь дорогу, чтобы засветло приехать домой. В общем, сегодня коп у нас не ахти, как и в прошлый раз получилось. Пацаны приехали, по одной монетке выкопали и все. Вот. Ну, меня немножко выручило то, что на прошлом копе я пятачок зачетный вытащил, советский дорогой. Вот. А сегодня у меня зачетная серебрушка, десятка 21-го года. Ну, что я говорю о находках, давайте посмотрим общим планом. Много я сегодня нашел различной меди, там всякие, ну, весомые. Итак, это монеты, которые вчера я откопал. Я вам уже говорил, что камера, зарядка кончилась, телефон был в машине, ой, камера в машине была, и я как бы копал далеко. В общем, вот так вот, 13 или 14 монет. Затем, сегодня продолжил фундамент, на котором копался вчера. Выкопал царя, 3-4 советика, ничего такого интересного. И вот серебрушечки, смотрите, как вы собрали. Какая приятная монета, ребят, прям любо-дорого. 21-й год, самая дорогая монета. Вот, еще пятнашка была 23-го года.
и пуговка гирька. Вот. Зацепился за фундамент вот из-за такой штуки. Сигналило, выкопал, подумал, богато, наверное, живут. Зачетно. Сегодня попробовали 4, а то и 5 фундаментов. Это как бы на одном, это на втором. В общем, места выбиты. И очень-очень плачевно. Плачевно тем, что фундаменты, ну, все перековырили. Все, абсолютно все. Жалко. Интересно, что здесь было интересного, вкусного. Все, что мы находили, вы уже знаете и видели. А вкусного здесь было прилично. Медали. Даже один полковой знак был, клад был. В общем, все здесь потихонечку было. Все, прощаемся с этими просторами. Я думаю, мы сюда еще неоднократно приедем, потому что нет-нет, но можно найти фундамент в этих местах, в этих просторах, даже не тронутые. Очень много ковыренных. Вот. Мы в основном иногда начинаем продолжать, расширять, и в итоге все получается. Деревня огромная была, несколько улиц огромных, порядки домов стояли. Вот так вот, очень много. Вот, красотища. Красотища. Ну, мы, пожалуй, сейчас будем... У меня там в машине бардак вообще, бардак. Спальник надо сложить, там палатку надо сложить, блин, приборы все уложить. Короче, жопа полная. Ну и в путь дорогу. Поедем туда. Ну а мы все. Пока.